Во дворе дома номер 7А по улице Мира большой праздник, который объединил детей и взрослых. По какому поводу собрались люберчане, расскажем в сюжете. На детской площадке сегодня как никогда многолюдно. Ребятня резвится на свежем воздухе, нет ни одного свободного уголка. Среди детей 7-летний Саша Ефимов. На его груди сверкает медаль отца, который сейчас в зоне СВО. Находясь в июне в подмосковном лагере Литвиново, где отдыхают дети защитников Отечества, от себя и своих друзей мальчик обратился к губернатору Московской области с просьбой установить еще одну горку для сверстников в родном дворе. Я очень рад, что мне губернатор установился. Я очень доволен, и мы теперь будем с друзьями проводить время с утра до вечера. Горка как космический корабль, я очень люблю космос. Нам здесь ребята очень нравится, а теперь будет еще интереснее и веселее. Эта детская площадка установлена 5 лет назад. На ней всегда много мальчишек и девчонок. Каждый здесь находит развлечение по душе. Но игровых элементов, особенно в летний период, на всех не хватало. Я очень счастлива, что мой брат обратился к губернатору. Я вообще была в шоке, когда я это узнала. Это горка, которую построили буквально вчера. Эта площадка была и так хорошая. Тут ее еще обустраивать начали. Спасибо за этот праздник, за это мероприятие и за новую горку. Развлекательная программа, песни и танцы. Чтобы в жаркую погоду ребятам еще больше поднять настроение, всех угощали мороженым. На детский праздник приехал и глава округа Владимир Волков. Саша попросил горку на встрече с губернатором, с Андреем Юрьевичем, поэтому горка была поставлена быстро. Говорите, что нужно еще поставить. Такие паутинки, качельки, все установим. Договорились? Вам хорошего настроения, чтобы силы набрались за лето, чтобы к следующему учебному году все стали еще выше, сильнее, умнее и здоровее. Сожму руку. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.